Vasco. Поехали туда. Карту посмотрим и так. Смысл карты смотреть? Куда мы едем? Смотрите, я думаю, что нам в конце надо подняться на вот этом, чтобы потом на 7 и 7А спуститься. А можно пока тут еще прокатиться, на вот этих, на D1. А ты сейчас уже далеко уезжать тоже нету смысла, куда сверху? Давай на G2. На 2 или на 3 поедем? 3 по свободе, нет? А? Если не открывается, не едем или так? Да куда до конца? До конца, до конца. Все, вот это конец. Дальше нет, начинается нет. Трасса, спуск к нашему дому. Вот оттуда, ну там хуевая, там нечего делать. Вы что там, может там ездим каждый день? Получается, 2 секунды мы спускаемся. Я уже говорю, что мы поднимаемся. Мы сейчас будем все равно до конца спускаться, чтобы домой попасть. Понятно, так почему только когда домой мы должны до конца? Почему каждый раз мы до конца спускаемся? Потому что там не хуевая трасса. Каждый раз поднялись до конца и спустились до конца. Поднялись до конца, тогда у тебя будет рестов, что ли, фото стартаков, что ты едешь. Чего там найти трассу? Чуть-чуть хуже. Что там было? Да, что, там приехали, звонили, ты не отвечал. А тебя рестов, блядь. Ты для каждой секунды. Опа, опа, опа. Тоже
уже это автобус, который. Мы еще успели, блядь, можно было до 40-й спуститься, потом опять подняться. Нет, надо, блядь, еще раз. Блядь, давайте спустимся до конца и поднимемся. Ну, сейчас мы еще успеем до конца спуститься и еще подняться до конца. И еще буду снова спуститься. Ну, как бы две люди. Ну, не успеем, где? Успеем? Как не успеем? Сколько нам спускаться? 4 закрывается готово. Нам спускаться можно 15 минут, как мы не успеем. Еще надо здесь подняться. И потом на гондоле ты поднимешься не на самый верх, но на середину. Опять же, сюда же, на ту же высоту. Блин, ну мы спускались сейчас вверх. Для того, чтобы скопиться до конца, мы, блядь, плечо два раза поднялись, опять спустились. Ребята, вы едете одинаковое количество. Если до низа будете ехать, то в два раза больше подниматься. Не, ну кайф, когда ты будешь ездить в РЭЦ, придешься. Это я понятно, что в два раза больше куда. Вот ты съезжаешь в РЭЦ, сразу же 10, там не знаю, сколько километров. Ну, когда ты 4, ты ездишь его минуты 4-5. Ну, кайф, блядь. Одна за одной трассой не меняется сразу, сюда, сюда. Никого нету.